Ах ты, бляха, муха. О, скотина. Ха. Так, буковка С опять случайно. Так. Чё это за лаги саны пошли? Ладно. Да что такое? Подождите, а что там было написано? Что-то там зафиксировать. Ой, бляха, муха. Да стоп. Вот там что-то кто-то есть, да? Так, ладно. Где-то кто-то говорит. Видимо, вон там. Нет, там я вроде бы был. Блин, а кто же говорит-то? Видимо, какая-то дополнительная локация. Может. Либо я что-то не вижу. Вот где-то здесь. А, вот. А нам сюда, что ли, получается? А, нам сюда. Подождите, тогда надо там осмотреть, что. Чё это тут не осмотрел-то? А это что такое? Минус дару. Минус соли. Так, вот это не читерская. Я надеюсь, нет. Так, смотрим, щит увеличится. Да, щит увеличился. Отлично. Нормально. Так, что за значок у меня белый какой-то? Что бы это значило? Непонятно. Пиво. Нет, пиво не надо, спасибо. Ага. И там мы были. Убрать груз. Да легко. Так. Здоровье у нас максимум, как вы сами видите. Так. Ух ты, сколько тут всего. Оп-оп-оп, побежали. Максимум солей. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И воскорбел он в сердце человеку. Своем. Дождь. Пройти 40 дней и 40 ночей подряд, и ничего не осталось живого. Видите, друзья мои, даже Господь не брезгует начинать все сызнова. А что такое Колумбия, если не новый ковчег в наше время? В наше время. Во. Так, управление аэротрассой. Хорошо. Так, погнали. Куда этот груз сам полетел туда? Может даже ускориться. Вау, баба. Нормально, чё. О, так, срочно. Вот это делаем. Слышал, что этот тип сделал? Так, нельзя почему-то использовать нашу функцию. Ну, выстрел в голову один раз всего. Раз, и все, и просто голова отлетает. Или нет, голова... еще одна трасса. Если бы я мог приподняться, то достал бы до нее. Голова еще не разлетается. Сдавайся! Да кто? Говорит. Так, кто сдавайся? Не хочу сдаваться. Так, соли. Ну, у нас максимум, да. Да... Идите в задницу. Так, 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 так. Вот тут еще бочечки. Орлы серебряные. Так, я точно все собрал. Боеприпасы. Да, все собрал. Отлично. Так.
Это можно пить. Умри, урод. Банан. Тоже неплохо. Еще банан. Ну, хорошо. Пускай будет. Так, а вот еще мы не смотрели сейчас. Блин, не понял. Секунду. Аэротрасс нельзя, что ли, больше на ней? А, вон туда можно. Конфеты или что там было написано? Пирожные. Обалдеть, тут всякой жрачки. И туда как прыгнуть? Ладно, погнали назад. А, вот. Нет! Нет, 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 нет! Нет, пожалуйста. Почему? Во, наконец-то. Я хотел вот туда. Хадшотик и все. И больше ничего. Соли я использую чисто для... потому что интересно и все. Особой нужды вообще в них нету. Так, там уже посмотрели. Так, теперь идем. Так, что-то я закосил. Игрушка. А, ну вот мы здесь и вышли. Так, сейчас мы еще вот соли возьмем. Кошелек. Соли знатно пихают. На среднем играю уровне. Так. Сейчас еще разочек. Ну, как раз таки, видите, пишет фиксы. Развернуться. Вот. Блин, туда нельзя почему-то прыгнуть. Ладно, не суть тогда. Тогда погнали назад. Так, здесь мы были. Ла-ла-ла-ла-ла. Куда-то вверха. Ну, собственно говоря, мы летим, наверное, к Элизабет, или как ее там зовут, я точно не знаю. Даже не то, что не знаю, не помню. Сейчас покатимся. Отставить, перешедший Делавер с клинком огненным и крыльями ангела. Это не враги, насколько я знаю. Насколько я вижу, точнее. Так. Платный проезд. В сторону, рабы. Преклоняйтесь передо мной, молодцы. Так. Ну хорошо, идем дальше. Наш пророк. Ну, какой-то пророк у них тут. Надо залезть на крышу, а потом по трассе до острова монументов. Но их не смущает то, что я это не кланяюсь. Они сейчас не восстанут против меня, если я рычажок нажму. Фунда дни, Пинкертон, алкоголь, Гарнер. И, конечно же, эй! Анна. И теперь, чтобы расплатиться, так, ты медленно пришел за моим Агнесом. Да. Но не все долги можно вернуть, Букер. Ты меня не знаешь, приятель. Твое дело кровь, ты видит. А мое пророчество. Знаешь, почему эти люди готовы умереть за меня? За меня. Я видел их славное будущее. Что привело тебя в Колумбию, Букер? Передашь девчонку и долг будет прощен? Это закончится кровью, Дэвид. Но с другой стороны, у тебя же ведь иначе и не бывает. Где ты, там и кровь. Боже. Ты пришел увести моего Агнца с пути истинного, и помыслы твои темны. Ступай же обратно в Содом.
садом. Хорошо, только и дорогу мне дай туда. Так. Значит. У нас здесь... Уходи! Да чё, меня бомбят, что ли, уже? Чёрт возьми! Та-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-рам. Бам-бам-бам, патрончики закончились. Нужно найти управление, чтобы добраться до острова. Найдем, не ссы, Букер. Прорвемся в натуре. Так, что-то у нас. Пусто, соли. Стоп. Здоровушки у нас максимум. Хотя нет, сожрали что-то. Что-то сказал Букер, что-то прорвемся куда-то. Ой, нет. Надо добраться до пульта управления. Хорошо, доберемся. Ой, блин! Нет! Мне вот сюда надо. Ну да, все логично. Так, пробегаем. Ну, ничего я здесь не вижу. Ну ладно. Орел, орел. Так. Давай я здесь постою. Слово пророка. Все хорошо. Я тебя не трону. А может быть и бахну сейчас. Так. Так, ладно, погнали. Ладно. Думаю, я смогу им управлять. Господь прощает все. Я? Нет. Я всего лишь пророк. Мне можно. Аминь. Аминь. Твою мать! Опачки. Надо отсюда выбираться. Беги. Так, куда я побежал? Да ёб просыпь, куда бежишь? Ну! Я ж зацепился, ёп. Вот зараза. Чё такое-то? Ещё бы чуть-чуть. Ну какие же они... Чё у них там за религия? Ну это ж бред, они... Они готовы убить. Фанатики. Чё ещё сказать? Так... Не понял. Нельзя почему-то. Так, вот у нас еще какой-то автомат. Надо подойти посмотреть. Так. Ну, все то же самое. Нам ничего от тебя не нужно, дружище. Ой, блин, это тоже. Ну, давайте почитаем, что тут у нас. Ну, вот мне вот это интересно. Вот. Но это дорого. У нас даже денег не хватит. Так что давайте осматриваю тут все. Ну тут вообще ничего интересного. Зря бегал, только время тратил. Башня-монумент. Вот и он. Остров монументов. Интересно, зачем ее тут заперли? Ну, ща выясним. Что-то спрашивают, откуда я знаю. Так. Так, так, так. Внимание. Закрыто. Да это не проблема.
Так, ну все, можно прыгать. Идем дальше. Опа. Это негр. Даже в секретных конторах кто-то должен мести пол. Эти политики чё, вот и это ученые, вот старикан они говорит? Даже не думают, что при мне говорят. Тип Брэдли. Я же для них неграмотный цветной служака. Но я уверен, они здорово боятся твари, которую держат наверху. Точно вам говорю, сэр. Они схватили тигра за хвост, а теперь не знают, что лучше. Ухватиться покрепче или сбежать. Не похож по голосу на себя. Ладно. Так, ну что же, идем. Так, что-то закоротило тут. Так, кофе. Наверное, кофеин у нас там дает такие свойства магические. Букер, точнее. Так. Что это? Особь. Морфология. Здорово, здорово, однако, господа. Так, здесь у нас ничего нет. Чё тут закоротило, чё тут вообще ничего не понятно. Ну, мы сейчас будем освобождать мадемуазель. Так, вот эти вот волны электрические мне не повредят. Что они делают? Головоломка какая-то, нет? Да. Это они... Ха, немного непонятно даже. Ладно. Да. Это электричество нам вроде ничего не сделает. Идем дальше. Заглянем сюда. Да что они с ней делают? Эксперименты, наверное, какие-то. Послушаем. Значит так, мистер Томпсон, сэр, я заменил все пробки, как вы и просили. Плохо заменил. Все лампочки прошлой ночью работали. Так, все закоротило. Прошлой ночью. Ну вот опять. У нас по ящику пробок каждый день уходит на один только сифон. Я уж не говорю... О, господи! Там что-то случилось! А что за... Здесь вообще ничего интересного. Ладно, валим отсюда. И побыстрее, господа. Так. Так, так, так. Сладкая вата. Фига мы ускорились. Так. И монетка. Все правильно. Так, а мы правильно пришли-то? Нам сюда. Когда особь спит. Одно дело представлять себе будущее. И совсем другое видеть его. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но плоды этих семян пожнет Элизабет, не я. Стерео какая-то там установка. Господь призывает меня к себе. Я чувствую его любовь в каждой опухоли. Ибо они тот самый поезд, что отвезет меня на его станцию. И я поеду с радостью, зная, что Элизабет займет мое место. Но грядет лжепророк, желающий увести моего агнца с пути истинного. И по
я не огражу дитя от его лжи, я не сяду на этот поезд.